Не хватает голды? Зайди на mmogold.ru. Быстрая доставка и легкая форма заказа. Ссылка в описании. Всем привет! Наверное, каждый уже попробовал попытать удачу, открыв ларец зимнего торжества. Сегодня я решила тоже испытать свое везение. Купила 15 штучек. Вот они здесь продаются, так же, как и с химерионами, по скидочке. Вот. И я решила 15 штучек открыть и посмотреть, что с них могут дать. Фейерверк. Великолепно. Просто супер. Ну, как всегда, монета дару. 3 фейерверка. Опять фейерверк. Теперь понятно, о чем говорили, когда жаловались про дроп. Так, фиал немеркнущей славы. Понятно. Основной катализатор. Окей. Может пригодиться в хозяйстве. Ага. Эта штука обнуляет у нас куб. Тоже пригодится. Скоро я буду свою булаву точить кубом. Может быть, он у меня лоханется и откроется плохо. Пригодится. Опять фиал немеркнущей славы. Мне они, конечно, не надо, но... Так, праздничный салют. Ага, два разных салюта. Интересненько. Слеза праведника. Очки преступлений на 100 снижает. Да, хилу это просто необходимо. Опять праздничный салют. Почти каждый второй эти салюты. Точно, что ларец зимнего торжества. Будем фейерверки на Новый год пускать. Опять слеза праведника. Опять фейерверк. Да. Саженец грозового акинового дерева. Наверное, это самое вкусное, что мне сегодня достанется, да? Праздничный салют, да уж. И последний. Фейерверк снежинка. Все эти фейерверки дают какой-то бафчик небольшой, как бонус. Ну и плюс вроде бы как они сами по себе такие интересные. Так, сколько я заработала? 60 голды. Саженец. Слеза праведника. Так. Салют. Ну, понятно. Стоит недорого. Снять куб тоже недорого. 38, 40. Расходники недорогие. Ну и монетки. Последний фейерверк. Ну, фейерверки, понятно, сейчас, может, наверное, каждый любой сейчас все выкидывают. С таким-то шансом этих фейерверков миллион. Да, красивая анимация с монетками дару. Чувствуешь себя сразу каким-нибудь падишахом. Точнее, не падишахом, а наложницей, которые осыпают золотом. Да, я ожидала больше вот этих сундучков, хотя бы какую-нибудь, не знаю, сидушку для оленя. Ну ладно, нет так нет, не буду больше пытать удачу. В общем-то все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и заходите в группу ВКонтакте. Пока!